Похоже, это боль. Что в этом правда была необходимость? Что заставляет его делать это? Дурак! Ну еще бы, если так носиться. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Он толкает больно. Ты чуть не убил меня. Не понимаю, чувак. Кажется, я видела странно, все, что странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Кошмар. Осторожно. Могла быть я. Может, этому безумию есть объяснение? Сюда! Вернись сюда! Добром это не кончится. Это не дело. Вот он! За ним! Тебе не сбежать! Как крыса! Вот он! Держи его! Тебе не уйти! Нет! Сюда! Не потеряйте его! Тебе конец! Сюда! Здесь убийство! Не убивай меня! А теперь что он делает? Умри, не вся! Но они дерутся! Где же ты? А?
Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей на своих... Бежит от кого-то. Следи за собой. Да! 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 Да!
كافر أنت تتبع طريق الضلال ها يا Пощади меня! Gel buraya. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Hadi baba, tabana kafaya. Gel buraya. Убийца! Это ты убил его! Я все видел! Чтобы победить в схватке с несколькими врагами...
сюда! Я! Пола! Страх убийца! Только что убил человека! Здесь убийство! Да. Воу. Я уступлю тебе дорогу. Ты убил его, стража! Убейте его! Воу! Kime boyun eğmek istiyorsun? Kaçmasına izin vermeyin. Если вас обнаружили во время битвы, используйте... Если за вами наблюдает встревоженный стражник,
Убейте его! Да! Гебер, капли! Вот это! Можно поехать? На уйону и кунаться! Тебе конец! Умри, не дороги! Прочь дороги! Не дайте ему уйти! Geber, kafir, kime boyun eğmek istiyorsun? Kovalayın! Tibet yerine mi? Kaçın! Vara! Esre! Я поймаю! Я! Хватит бегать! Тебе все равно! Ты не сможешь бегать вечно. Если вас обнаружили, резко поворачивайте. Не дайте ему уйти! Он устает! Хватайте его! Ты солдат! Чему бойно иметь истерсен? Хачман файда этмен! Ты от меня не уйдешь! Нет! Он не уйдет! Я тебя поймаю! Давай, бежать тебе некуда! Ты не можешь! Осторожно! Убирайся!
Я! Я! Воу-воу! Я! Я! Вы можете отвлекать врагов мертвыми телами. Воины оставят свой пост, чтобы посмотреть. Нельзя ли поосторожнее? В моем... Добрый человек, я уже старик. Ты напуган. Думали? Как можно быть таким беспечным? Да! Добрый человек. Ты... Я! Мы делаем, что нам угодно! Пожалуйста, хватит! Да. Мне больно! Только... Неверный! Умри! Я! Нет! Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Это не добрый знак. Чего вам не хватает? А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Я ни в чем не виноват. Кто знает, что готовит будущее? Зачем ты это делаешь? Мой бог позаботит на тебе? Помощь! Помогите кто-нибудь! Чем я более, миссис Пёрсон? Ты не уйдешь! Со мной, Аллах! Я! Тебе не победить! Чем я более, миссис Пёрсон? Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Бедняга. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд, небольшая цена за достойную награду.
Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Кто знает, что это будущее? Что за дело может прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Могут прийти завтра. Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Что заставляет его делать? Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Сюда, сюда, позволь показать. Что тебе от меня нужно? Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Оставь меня в покое, ради Аллаха! Ты мне подерешься! Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Нет, что случилось? Абсолютно все. Подайте хоть чуть-чуть. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Тебе нигде не найти товара лучше, уверяю тебя. О, надеюсь, никто не пострадал. Дабы предупредить вас, если Ричард захватит Яфу... Грязный воришка, увидишь тебя на подруге. Да отрублю голову! Я пойму! Это невозможно! Смерть неверному! Он убийца! Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное.
Что тут стряслось? Во имя Аллаха! На помощь! На помощь! Убирайся прочь с моих глаз! Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И наш долг защищать его до самой смерти. Севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салаганты скачет им навстречу, дабы остановить их. И отведите вернулся с победой. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы? Знаешь, можно будет что-нибудь для больной голодной нищенки. Вон! Грязный вон! Внимайте мне, граждане! Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар! Умри, вон! Ты выбрал правильное место. Нет лучше торговца, чем я. Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Умри, его! Отстань от меня, я ничего не сделала. Пожалуйста, господин, ты подай. Ты смеешь красть меня на глаза? Отойди. Неверный! Он хочет меня убить. Господин, у вас такой путь, вы найдете все. Найдешь все, что тебе нужно, друг. Я! Слава богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге. Что здесь произошло? Тебе конец! Я тебе голову! Умри! Умри, неверный! Покинь это место! Гнусный и неверный! Вот он! Он здесь! Его. Он, наверное, вернется. Пошли отсюда. О чем он только думает? Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против вор. И они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая?
Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал... Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Скажи, что ты знаешь о некоем Талале. Это твоя работа — находить и убивать людей, Аль-Таир, а не моя. А твоя — помогать мне. Его смерть пойдет на пользу всей стране. А тебе она не пойдет на пользу? Это тебя не касается. Как раз твои действия меня касаются. Можешь не помогать. Я сам его найду. Постой. Я не могу допустить, чтобы ты шатался по городу, словно слепец. Я расскажу тебе, где искать. Я слушаю. Три места. На юге, на рынке, что разделяет еврейский и арабский районы. На севере, близ мечети. И на востоке, перед церковью Святой Анны, рядом с воротами Баб Ариха. Это все? Этого достаточно, чтобы начать поиски. И больше, чем ты заслужил. Умри, вор! Вор! На защиту нашей великой цивилизации. Мы делом ему надо быть. Знаете, что-нибудь приглянулось? Умри, его! Оставь меня! Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Что это? Убийца разгуливает на свободе. О, что это было? Невероятно. Он только что врезался в того человека, что ну без... Умоляю вас, господин. Аллах с нами. Всего пару монет. Помогите кто-нибудь. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Интересно, куда это? Поверь, здесь такого не было. Что это? Интересно. У меня есть все, что тебе нужно. Я уверен. Взгляни и убедись. Здесь вы найдете все. Здесь все, что нужно. Тебе нигде не... Дороги! Я не виноват. Зачем ты это делаешь? Сейчас ты умрёшь! Ты уже проиграл, даже если и не понимаешь этого! Я поймаю! Чем войны имеки стёрт? Чем войны имеки стёрт? Им не следует драться! Эль Бурая! Не уйдёшь! Скорее! Гебер, кафир! Мне должны драться, кто-то пострадал. Скорее сюда! Остановите его, пока не поздно! Чем я войны иметь стёртым? Да!
Да! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Я тебя поймаю! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Да проклянет Аллах того... Люди, подходите! Зачем он это делает? Посмотрите на мои товары! Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю слава! Айюхаль-Кефер! Что это за бедный? Айюхаль-Мухтен! Не следует Ты мой друг? Нет. Ну и отвали. Что? Кто это сделал? Кто это? Ты меня раздражаешь. Если стражники ничего не делают, действовать должны мы. То, что ты предлагаешь, безумие. Это необходимо. Сколько еще человек должно пропасть, чтобы люди заметили? Нас это не касается. Пока. Но если это продолжится, может коснуться. И что ты предлагаешь? Я проследил за этим человеком. Узнал все, что нужно об его действиях. Все записано вот на этой карте. Он каждый день в одно и то же время осматривает пленников. Тогда я и нападу. Итак, у тебя есть клочок бумаги. Он не спасет тебя, когда тебя найдут. Не укроет от стрел и мечей. Если все получится, до такого не дойдет. И я готов пойти на такой риск. Пожелай мне удачи, друг. Удачи. Она нужна тебе. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Он только что врезался в того человека. Ты не имеешь права так поступать. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Он задумал недоброе. Что это? Еретик! Кто-нибудь, тебе не сбежать! Мне.
Отрублю голову! Обыщите все! Тебе здесь делать вот нечего. Он! За ним! Не дайте ему уйти! Сюда! Кто-нибудь остановите это! Вот он! Держи его! Вернись сюда! Неверный! Сейчас ты умрешь! Ищите везде! Тебе не уйти! Не дайте ему уйти! Вверху тебе говори! Лантагроб! Ты от меня не уйдешь! Я дагал попья, мерла, ты шалок! Со мной Аллах! Я! Тебе не победить! Это ты убил его! Я победил его! Надо было смотреть, куда идешь. О, нет! Где ты? Пожалуйста, где же этот человек? Слепой, что ли? Кажется, я видела все, что можно. От кого бежит этот глупец? Как можно быть таким беспомощным? Отлично, пострадал. Подходите, смотрите мой товар! Все свежее и по отличной цене! Ничего себе! Пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах один скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем пару монеток! Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Не понимаю. Умри, его! Ни шагу! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Ты смеешь красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Умри его! Что-то нужно? Да кто ты такой? Снимай тебе голову! Что? Это добро. Слава Богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге. О, Аллах, упокой его душу.
Покинь это место. На помощь! Помогите! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Чемеройная Мекистёртин! На помощь! Он напал на меня! Кто-нибудь, помогите! Я! Неверный! У тебя нет ни малейшего! Убийство! Ты не должен убивать людей! Чемеройная Мекистёртин! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Интересно, что здесь произошло? Что случилось? Как это? Уходи, я пощажу. Я буду здесь. Не оставь меня в покое ради Аллаха! Я ничего не делал. Ничего! Тебе сюда нельзя, убирайся! Странно, зачем ему это? Хм. Зачем он это делает? Интересно, тебе что-то нужно? Это он? Смотри, что он ты наделал. Осторожней в другой раз. Что он делает? Эй! Я тебя где-то видел! Ещё одному! Я поймаю! Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль. Не подходи. Помогите! У них высшая цель какая-то. Скорее туда! Помогите его покачать! Должны дать им отпор! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Будьте бдительны, друзья! Шайтан всюду вокруг нас! Смотрит, ждет, искушает нас! Да, будьте сильными! Сильными, как Салахаддин! И сражайтесь с врагом так, как можете! Он должен прекратить это. Всего пару монеток. Но ведь этому должна быть причина. Что здесь произошло? Осторожно. Отлично, так ему и надо. Ни шагу! Ума!
Что это? Скажите, зачем он это делает? Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Бежать некуда, старик. Я ни в чем не виноват. Тебе конец. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Как это произошло? С дороги! Тебе что-то нужно? Что это? Трус, если бы не деньги, я бы давно ушел. Ты или слепец, или глупец, или все вместе. Почему ты так говоришь? Ты не видел, что произошло? Нет, видел. На наш караван напали, и он сбежал, ничего не сделав. Нет, не сбежал. О чем ты говоришь? Ты помнишь, что случилось с двумя атаковавшими нас? Их убили наши лучники, хвала Господу. Не лучники, а он один. Хочешь сказать, он спас нас? Да, он поднялся на возвышенность и застрелил врагов из лука. Я не знал. Этот человек – мастер-лучник. Запомни это. Ты заплатишь за свои деньги! Кто ты? Давайте бежать, тебе не нужно! Будь по-моему! Ты от меня не уйдешь!
Это ты убил его! Я все видел! Неверно! Сейчас ты умрешь! Я видел этого убийцу! Давайте бежать, тебе некуда! Это невозможно! Стража! Я видел этого убийцу! Что? Что случилось? Мои родные больные пухнут кожей. Подайте пару монеток. Все, что я убью тебя за это. Что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Не подходите. Посмотрите на мои товары. Мир тебе, Альтаир. Добро пожаловать. Непростые времена настали нынче, а? У меня куча неприятностей. Мне нужно было расследовать исчезновение людей в богатом квартале. Но приспешники Талала меня заметили, и теперь мои дела плохи. Ты сможешь убрать их с дороги. Взамен я кое-что тебе расскажу. Ты напугал меня. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя! Подходи, подходи! Он должен прекратить это ребячество. Лучшие товары во всей стране! Зачем он это делает? О чем он только думает? Что он делает? Не уходите! Подайте пару монеток! Вы не понимаете! Он сошел с ума? Искушает нас! Будьте сильными! Сильными, как Салахаддин! И сражайтесь с врагом так, как можете! Ты заплатишь за свои грехи! Кто-нибудь остановите это! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Умри, неверный! Ты сейчас! Пощади! Умоляю! Это недобрый знак. Да. Остановите его! Убил человека! Где тот, кто заварил эту кашу? Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя! Подходи, подходи! Пока ты не убьешь этих людей, я не буду в безопасности. Возвращайся с хорошими новостями. Тот, кто заварил эту кашу. Взгляни и убедись. На помощь! Это человек убил его. Ты не уйдем. Стража. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. На защиту нашей великой цивилизации. Очень странный тип. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться.
Огонь войны пожирает землю, и тысячи прошли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим. Но ведь этому должна быть причина. Нет участи славнее. Скажите, зачем он это делает? С севера идет английский король и его армия неверных. Дурак, смерть сам выжил из ума. Ужас несут они нам. Салах один скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Чем я? Будь проклят христианский король не и его армия. У меня значит ничего нет. Он только что врезался в человека. Подходите, смотрите мой товар. Все свежее и по отличной цене. Зачем он это делает? Лучшие товары во всей стране. Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Ничего себе. Смотри-ка. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Если Ричард захватит Иерусалим, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать случилось? Это. Этот город бедняк. Он всегда... Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Посмотрите на мои товары. Все, что нужно. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Все, что тебе нужно. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Мои родные больные пухнут в горле. Люди, подходите. Подайте посмотрите пару на монет. Мои товары. Что-то понравилось? Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг. Мои родные больные пухнут в горле. Подайте пару монеток. У меня много разных товаров. Давай. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. О, нет. Что случилось? Где ты? Я знаю, ты где-то здесь. Пожалуйста, Север, больше так не делай. Ау! Что-то понравилось? Я подходил услугам. Альдаир, ты смог устранить тех, кто заметил меня? Прекрасно. Вот что я узнал про Талала. Это известный работорговец. Он занимается своими темными делами в северной части города. Стражникам он платит дань, так что те на все смотрят сквозь пальцы. Но теперь я уверен, совсем скоро его постигнет незавидная участь. Спасибо тебе, Альдаир. Что заставляет его делать это? Тебе ничего не найти, чтобы скинуть на все товары! Сюда, подходите! О, ты выбрал правильное место! Нет лучше торговли, чем я! Огонь войны пожирает землю! Тебе ничего не найти, уходи! Свой дом! Для чего он это делает? Скажете вы! Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу! Что-нибудь
Земля больной, голодный и нищий. Лучшие товары во всей стране. Неверный. Чертов дурак совсем выжил из ума. Но ведь этому должна быть причина. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Уходи. Ты убьешь людей этой мерзости, богохульник. Ты учишь людей этой мерзости, богохульник. Не трогай меня, пожалуйста. Не трогай меня, пожалуйста. Учи этому в другом месте. На помощь! Что помогите это? Кто-нибудь! Неверный! Пожалуйста. Мне больно. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это Учи делаешь? Этому в другом месте. Не трогай меня, пожалуйста. Ты учишь людей этой мерзости, богохульник! Пожалуйста, хватит! Мне больно! Учи этому в другом месте! Не понимаю. Я ни в чем не виноват! Зачем ты учишь людей этой мерзости, богохульник? Неверный, сейчас ты умрешь. Давайте, бежать тебе некуда. Неверный, спасибо, сударь. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Убийца разгуливает на свободе. О нет, это ужасно. Это недобрый знак. Да, но и времена, но и времена настали. Но как? Кто мог сделать такое? Всемилостивый Аллах. О, нет. Что случилось? Кто это сделал? В этом а было я-то необходимость. Думал, что это я, проклят христианский король и его армия. Он сошел с ума. Очень странный тип. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там.
чем он только думает. У меня много разных товаров, даже в жизни. Что, не могу тебе помочь, пожалуйста. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Неужели это сам Альтаир? Какая честь для меня. Наверное, у тебя очень важное задание. Может, я смогу помочь? Из многочисленных сплетен неизвестно многое, но я сам сплоховал. Мне нужно было доставить флаги Масиафа, но по дороге на меня напали бандиты. Ты отыщешь их. Мне нужно быть на месте, когда наставник вернется с базара. Так что ты должен быть быстр, как ветер. Сюда, сюда, позволь показать тебе весь мой товар. Как странно. Нет, что он делает? Только сегодня скидки на все товары. Что он делает? Что беспокоит его? Видел раньше такое? Добро мне пока. Не доводилось. Здесь все, что тебе нужно. Друзья мои, ваши поиски закончены. Ты это видел? У меня есть все, что вы можете пожелать. Сюда, сюда, посмотри, весь мой товар. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Заплатишь за свои грехи! Ты от меня не уйдешь! Бейки Фаркенда Ди, Анна Алиазер да Кайбен. Эльбурая! Я догоню тебя! Я догоню тебя! Кто ты точно? Быстрей! Быстрей! Что? Я отсеку тебе голову! Отсюда выхода нет, не выходи! Не дайте ему уйти! Готово! Давайте, бежать тебе некуда! Кто-нибудь видел его? Сюда! Тебе не уйти! Быстрей! Быстрей! Он точно раз... На помощь! На помощь! Он слепой? Он хочет меня убить! Пощади, не трогай!
Он только что врезался в человека. Ты напугал меня. Выжил из ума! Разуй глаза, кретин! Ты мог покалечить меня? Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Обошел кучу стоит? Торговцев и не нашел ничего нужного? Кажется, за ним кто-то гонится. Пощади, не трогай меня! Могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся, чтобы понравилось. Сюда, сюда, позволь показать тебе перец. Он сошел с ума? Он сошел с ума? Нельзя ли поосторожнее в мою... Уходи! Но ведь этому должна быть причина. Подходите, подходите! Большая распродажа! Пожалуйста, надеюсь, никто не пострадал. Ты и правда очень мудрый, раз решил обратиться ко мне. Смотри, куда идешь! Скидки на все товары! Сюда, подходите! Зачем он это делает? Сошел с ума? Подходите, подходите.
Великолепно. Я знал, что могу рассчитывать на тебя, Альтаир. Вот что мне удалось подслушать в разговорах стражников у мечети Скалы. Они говорили о человеке по имени Талал. У него много преданных последователей, которые с радостью отдадут свои жизни за господина. Если Талалу будет грозить опасность, они обязательно кинутся защищать его и дадут время уйти. Это все, что мне известно. Надеюсь, что помог тебе. Смотри, что ты наделал. Он сошел с ума. Подходите, подходите. Большая распродажа. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Зачем ты сделал это? Тебе умрешь здесь и сейчас. Беги, пока можешь! Я уступлю! Что его так напугало? Он точно кого-нибудь шипят. Ты это видел? На помощь! Помоги! Тебе... Я отсеку тебе голову! Слава богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! О, что это было? Интересно, что здесь произошло? Почему он так пишет? Люди, подходите, посмотрите на мои товары! Вы глазам своим не поверите! Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Малик. Пришел тратить мое время? Я нашел Талала и готов приступить к заданию. Это решать мне. Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Перемотка на более поздний участок памяти. Захватит Яфу, его уже не остановить. Он
там тебе нигде не найти. Зачем он это делает? Здесь найдешь все, что тебе нужно. Не понимаю, чего он хочет добиться. Его нужно остановить, пока он не расшибся. Смотрите, лучше вы остались без довольны! В этом была необходимость? Друзья мои! Ты и вправду очень мудр, раз решил обратиться ко мне. Стой! Ты не пройдешь здесь! Мой друг? Нет. Ну и отвали. على هذا تبي здесь делать нечего. Уходи. Слава Салахаддину. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться! Ну что, работорговец? Не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Спаси меня. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Хо-хо-хо. Ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Покажись. А, ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь? Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе, ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Это научит тебя не вмешиваться. На мне кура дали гаасироня! Бери Ереми за ки! Копаться, прикончите его! Он один на канале, там так!
Убейте его! Схватите его! Схватите! На помощь, стража! Мы не должны драться, кто-то пострадает. Я тебя где-то видел. Убейте его! Прочь! Тебе не уйти! Я... Что-то, я поймаю! Данил, скорее! Отпусти меня! Они здесь! Иди на фланг действий! Тебе не сбить дороги! Мы защитим тебя, друг! Не потеряйся его! Отпусти меня! Аллахного есть брони! Дайте им пройти! Догнать его! Шевелись! Смерть небесная! Больше тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на Святую Землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда боги мы закончим. Давно оставили. Молись нас. Своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай им не выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закостневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет, пока нет. Но увидишь. Скорее! Прочь! Я поймаю! Все сюда! Я его вижу! Иди сюда! Добрый день, дорогой друг! Не отставать! Тебе не сбежать! Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Смотри, что он делает? Он должен прекратить это ребячество. Тебе конец! Не дайте ему уйти! Убейте его! Он нашел в себе силы встать на защиту... Догнать его!
Осторожней, чертова отродья! Обалаин! Не дайте ему уйти! Убирайся! Тебе не уйти! Держи его! Я поймаю его! Не отставать! Он где-то тут! Вот он! За ним! Вернись сюда! Какой случай не сбежать! Он не уйдет! Чеме будем мы бежать? Тебе некуда. Я поймаю. Пусти меня! Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет, хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что я выполнил задание Аль-Муалима. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Перемотка на более поздний участок памяти. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая? Невежество? Насилие? Черт возьми! В чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного. Что за черт? Здесь кто-то был. Похоже на какой-то код доступа.
Thank you.